Батарейки. Ну, надо сейчас по комплектации проглядеться, включить его. Там что, полярность, правильно? А? Полярность, правильно? А, здесь ключ, видишь? А, нет, он не даст. Не вставишь. Угу. Откуда пришла? С Китая. С Китая. С Китая. Да. Все, ставим ее, наверное, на ровную поверхность. Тут что, есть батарейки? Вот, тут есть батарейки. На лобзик похоже. Электролобзик. Он заряжен? Ну, да. Ничего не показывает. Ну-ка. Может, аккумулятор не заряжен. Он должен от СИ работать. Мультиметр. А, ну вот, да, зарядка. Воткнем сейчас. Так, вот это, да. Месяц шел, наверное, за месяц-то уж разрядился. За месяц-то уж разрядился, наверное. Как на первую, Nokia. Батарея не показывает, что заряжает. Батарея должна показать, да? О, о, нажал и не держит. А, надо было поддержать. Наверное. Видимо, вот уже одна метка есть. А он где стреляет-то? Вот низ, горизонт. Вверх. А вот этим как стреляет? А вот, вот. Что, столы у нас ровно стоят? Это выключено. Вон еще линия. Аж. Вертикаль тоже другая. Вот еще одна линия появилась. Вот он стреляет, вот здесь вот видно хорошо. Вот все о. 4 линии. О. Вот это. А с пульта он может что-нибудь? Ну-ка. Вон на потолке крест. Нет, с пульта переключать режимы можно? Можно. Да, вроде моя штука. Так, еще что-нибудь есть? Так. Фантастика вообще. А что, 90 хоть градусов-то интересно? Похоже, что 90. Так, сейчас.